сообщает ТАСС о заявлении посла РФ в Канаде, что оружие ядерное применять не намерена Москва. Но я словам бы Путина больше верю, что его угроза оружие такое применить не блеф. Думаю, что и канадцев не убедили российского посла слова. Впрочем, для меня важнее понимание пословицы: когда в хвосте начало, то в голове мочало. Вести везде посев, тем более погодка нас располагает к этому. Бабье лето продолжается. Кстати, сегодня наступила астрономическая осень. Вот такие вот дела.